Здорово, народ! Здоровченко! С вами снова Юрец. Посмотрите, какое атмосферное место. Олды вспомнят. Те, кто меня смотрит давно. Эту речку, вы знаете, я здесь эфир прямой проводил. Я жарил сосисоны, доширак заваривал. Там, блин, прикольно было. Сегодня у меня пицца 4 сыра. Будет непросто. Пицца. О, какая. Блин, такое место классное, атмосферное. Блин, вообще прям. Так мне нравится. Ну, я извиняюсь, река шумит, а жрать охота. И другого места мне не надо. И еще у меня оливьешечка. А что мы сделаем? А, ну и это, две ляжки. Бля, пауки, сука. Иди отсюда. Иди отсюда, я не твоя мама. Вот. Я забыл, что хотел. Человек-паук, блин, сейчас из меня вылезет. Черепаха. Чего за бред опять? Обожаю оливьешку. Я сделаю вот так. А, вот эту еще вскрою сейчас. Ляжки в панировке. Курячие. Ой, красивые какие. Берешь, значит, пиццу, вот так вот, и оливье, опа, во, сейчас мы это дело распределим, ух ты, вот это нифига себе, вот это, конечно, шляпа получается полная, ай, блин, ну, что поделать, во. Приятного аппетита, как говорится. Это балдеж. Что, я не могу. Я беременен. Я залетел от малой. Ой, кайф какой. Очень вкусное сочетание на самом деле. Вообще попробуйте. Сыры такие солененькие. И вкус оливье. У меня прям это. Новый год. Вот оливье мне сочетается вот с Новым годом всегда. Потому что я его ел только на Новый год. Ну как праздник. Это праздничный салат. Это дорого. Мы нормально ели один раз в год на Новый год. 31 декабря. И надо было начинать есть именно в 12 часов. Кусочек сыра. Не трогай это на Новый год. А мне нравилась вот эта кутерьма, вот эта суета на кухне. Батя с мамой что-то там варят, жарят, парят. Столько еды. Я очень любил сладкую газировку. Ну, мы покупали Кока-Колу, это полторашка Хорома Юг у нас местная, местного разлива. Прикольно было, вкусно. И раньше были вот эти Юпи, Инвайт, порошок с водой размешиваешь. Классная штука. Тоже на Новый год замешивали ее.
Или на озеро пойдем. Полторашку намешаем с собой. Блин, реально, евроспаровская пицца. Я завсегда ты евроспара. Мне показалось, что кто-то стоит, а это столб, короче, какой-то. Ну, реально стоит столб. Казалось, что человек. Вечер с курицей. Хрящики, хрящики. Это такой балдеж просто. Салатик упал. Сейчас люди скажут, ты что, где-то в горах, ты что, домой поехал? Ну, кто не знает. Это мое секретное место. Моя секретная речка. Это река Яуза. Здесь мост. Мало кто знает про это место. Ну, знает, но не знает. Не каждый может знать, мало, но знает, наверное, каждый. Если вы заблудились в лесу, блин, ну падает у меня салатик. Заразу. Если вы заблудились в лесу, то сразу идите домой. У тебя усы, как у ебаной лисы, блядь. Это полный кайф. Блядь. Надо быстрее доедать, а то он сам по себе убегает уже. Желаю от всей души, от всего сердца, чтобы у вас был такой же хороший аппетит, чтобы вы кушали и не болели. Живите, наслаждайтесь жизнью. Наслаждайтесь вкусной едой. По возможности путешествуйте. Ну или хотя бы гуляйте на улице. Вот я на речку выехал по кайфу. Хрящик прям кайф. Хорошо прожарилось.
Ну и хлопну водички. Также за ваше здоровье. Не переживайте ни за счет. Все будет хорошо. Ну, атмосферненько здесь вообще кайф. Прям мне нравится. Природа, лес, осень. Еще сегодня еще более-менее тепло. Ну, прохладно, но терпимо. О, кайф вообще. Все нормально, я живой. С вами был Юрец. До новых встреч. Чуть-чуть покажу вам сейчас.